Доброе утро, всем прекрасного настроения. Возвращаемся к черешням, которые до этого показывал. Не обрабатываемую черешню, эти как раз, о которых говорил, 4 обработки проводилось. До распускания на зеленом конусе и потом уже по листу. И еще раз последняя где-то обработка была в начале июня примерно. Ну, где-то по подсчетам уже больше 2 месяцев не опрыскивалось. Я недавно еще раз сделал опрыскивание, чтобы не так развивало заболевание и как можно дольше был листовой аппарат, тем самым лучше бы вызрела древесина. Потому что сейчас как раз нужно провести обработку, чтобы дольше сохранить листовой аппарат, чтобы дольше растение функционировало и развивалось. Поэтому, ребятки, обязательно проведите обработочку в это время, чтобы сохранить лист, чтобы это наш будущий урожай, это здоровье дерева. Вам удачи! Хорошего настроения и пока.